Мы находимся в Железноводске. 12 января 2022 года. И вот нас заинтересовал такой стенд. В городе проходит много фестивалей. Вот один из фестивалей — фестиваль «Железная грязь», который проходит каждое лето в августе. Посмотрите, как все тут забавно выглядит. Лечебная грязь. И в рамках фестиваля проходят разные спортивные соревнования. Вот футбол в грязи. И самое главное для всех любителей канала — мы играем в волейбол. Это волейбол в грязи. То есть никто из вас, наверное, не играл. Даже любители волейбола из Санкт-Петербурга, села Генноострова, где я снимал 28 декабря волейбольный матч на снегу, вот всех их приглашаю в Железноводск, чтобы поиграть в волейбол в грязи. Итак, Железноводск, волейбол в грязи. Каждое лето. Ну, подробности узнайте в интернете. Все.